КЦ очень дорогое, родной. Почему? Ну, вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари, послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны. И передо мной подсак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсак должен два раза приседать. И четланин ку делать. И циклоп меня не имеет права бить по ночам. Никогда.